Вот потом не говорите, что у меня никогда не бывает зубра на обзор. Добренького. Сегодня нас ждет, а ну отдай, тест-обзор сверл фосфора. У нас имеется 8 наборов. Все наборы абсолютно одинаковые. Идут размеры от 15 до 35 мм. И у зубра самая шикарная коробочка. Они ее даже покрыли каким-то лаком. Итак, по цене. 2000 плюс рублей. 1000 рублей. Ну, там с небольшими копейками. И стоять. Да, самый дешманский набор стоит 363 рубля. Следом за ним идет фит стоимостью 875 рублей. Все цены абсолютно реальные. Вот она, товарная накладная из магазина. Все инструменты, то есть покупалось все это в одном месте. И вот, глядя на управдом, гигант и Таргвин, тут даже нигде на коробочке не написано, я специально написал, что это Таргвин. Меня интересует вопрос, почему эти стоят 1000 плюс рублей, а вот это стоит 363 рубля. Внешняя упаковка у них абсолютно одинакова. Кстати говоря, на сайте управдом был в деревянной коробочке. Дальше у нас идет Кенда в уникальной упаковочке, единственная такая, и Фит. У Фита тоже пластиковая одноразовая упаковка, но на каждом сверле стоит пластиковый колпачок, который его немножко закрывает и защищает. И самая дорогая категория. Самый дорогой идет CMT. То есть CMT даже не удосужили сделать какую-то коробочку. Вот запихали в блистер, все, нате, мучайтесь. Далее идет Милвока стоимостью 567 рублей. Да, моя любимая Милвокочка. Я думаю, понимаете, кому я буду подсуживать. И Зубр стоимостью 2474 рубля. То есть Зубр у нас относится к разряду дорогих. Да, и даже поворачиваться. Вы заметите, о, как богато все внутри. Да, это бумажечка, но зато похоже на красный бархат. Ну, а что внутри Милвоки? Вообще ничего. Просто деревяха. Никогда бы не подумал, что скажу что-то подобное в отношении зубра, но смотрится, да, дорого и богато. Мы распаковали все наши наборчики, теперь можно будет посмотреть на заточку поближе. Самый дешевый управдом, 35-е сверло. Вот они, уже выбоины, загусенцы, здесь загусенец. Смотрим на 30-е, здесь он вообще глубокий загусенец, цвета по безжалости, то есть сверло перегревалось при заточке и сама заточка, сплошная кромка. Здесь тоже зубчики идут. Я бы сказал, что это выглядит странно. Если посмотреть на Кенда, она здесь не сплошная, с зубцами. Точно такая же у CMT, на самом деле не точно такая же, доберемся ближе. Но вот она Милка, и у Милки точно такой же сплошной бортик. Да, заточка чуть-чуть лучше. Ничего вроде бы не пригорало, но все равно заметно, что халтурят. Кромка сплошная. Управдом стоит на 2000 дешевле, чем Милка. Если смотреть визуально, особых отличий я не вижу на эти 2000. Да, Милка поаккуратнее, но все равно. Где вы спрятали 2000? Будем проверять на тестах. Далее по цене идет Фит 875 рублей. И вот здесь вот вообще за гусениц. Ну, кто бы его снимал? Вот этот квадратик тоже как причесали, так и причесали. Заточка. Я вообще не уверен, что вот эти вот сверла Фоснера будут работать так, как они должны работать. Все в загусенцах. А теперь переходим к нашим наборам по 1000 рублей. Смотрим, это кто у нас? Таргвин и Гигант. Вот полностью идентичные сверла. Даже вот этот Фит берем. Они все одинаковые. Вот из этих трех сверл я уже не знаю, какое из какого набора было. Вот это точно Фит. То есть они внешне абсолютно, прям вообще 100% выглядят одинаково. Одинаково хреново заточены. Где-то соскакивала вон болгарка при заточке. Я вообще не знаю, их чем точат. Выглядит это все на самом деле крайне и крайне убого. У себя в мастерской я пользуюсь вот такими сверлами Фоснера. Это у нас Сибиртех. В принципе, они не очень дешевые, но и не сильно дорогие. И претензий особых к этим сверлам у меня нет. Здесь победитовые напайки, то есть они нормально сверлят. Здесь же обычная заточка. Сверла с победитовыми напайками есть только у Зубра. Все остальное вырезалось из металла. Переходим к самому дорогому из самых дешевых. Стоит на 30 рублей дороже, чем Гигант. Это Кендо. На сверлах Кендо уже есть гравировочка, на этом очень плохо видно. Возьмем 30-е, да, вот здесь написано Кенда, 30 мм. Здесь уже работала фреза, то есть здесь никаких грубых загусенцев мы не видим. Заточка выполнена аккуратно. Но вот здесь вот чуть-чуть не дошла болгарочка, да, чуть-чуть не доточили, извините, фреза. Это все-таки не болгаркой точили.
С этой стороны, ну, вообще как-то не очень получилось. И по заточке они очень сильно напоминают сверла CMT. Однако по качеству, если взять CMT и Kendo, CMT все-таки выглядит подороже. Но они и стоят почти в два раза дороже. Сверла Milka я уже бегло показывал. По качеству они, в принципе, очень и очень похожи на CMT. То есть такие же хвостовики, но заточка несколько отличается. Да, я бы даже сказал, что Milka выглядит несколько дешевле, чем CMT. Ну и самый дорогой и самый богатый, к которому у меня меньше всего пока что претензий, это набор Zuber. Во-первых, качество упаковки. Подняли, вот они все наши сверлышки. Достаем сверло. Здесь у нас идут уже победитовые напаечки. Иди сюда. Длинный хвостовик, очень удобный, хороший металл, тяжелое сверло. Все остренькое, никаких загусенцев нет. Вершинка остренькая, то есть, блин, в принципе, вот эти сверла выглядят как бы более-менее достойно на фоне всех остальных. Однако, как мы знаем, внешность бывает обманчива. И за красивым внешним видом, хорошей упаковкой может скрываться некрасивое нутро. Итак, испытывать все эти сверла мы будем обычным стандартным бытовым шуруповертом, таким, который есть, наверное, у каждого. Сверла Фоснера предназначаются для сверления глухих отверстий. Сейчас найдем брусочек побольше и попробуем заглублять. То есть глухие отверстия не сквозные, насквозь сверлить не будем. Тестировать сверло мы будем на сосне, поскольку сосна очень волокнистая, и если сверло не очень, будут постоянно задираться волокна. То, что она валялась на улице, не берем в расчет, на улице мороз, и древесина, по крайней мере, с этой стороны сухая. Сейчас начнет оттаивать, снизу будет, да, мокренько. И начнем, да, с самого дешевого, и пойдем уже по возрастанию. Будем использовать максималку, 35-е сверло. Самое первое сверло было самое дешевое. Это Управдом за 638 рублей. И в принципе, как оно зашло в материал и как оно сверлило, мне не понравилось. Сейчас мы взяли фит, на него налипает, и он глубже, чем на 4-5 мм, просто не заходит. Нужно его постоянно очищать. А еще прикладывать неимоверные усилия для того, чтобы засверлиться. Давайте посмотрим на остальные наборы. Сейчас у нас будет Таргвин с 35-м. Сверлом Фоснера. Но проблема в том, что Fit, Targwin и Гигант выглядят абсолютно одинаково. Ну, возможно, внешность бывает обманчива, об этом я уже говорил. Вообще сверло зажать в хвостовике не получается. Точнее, хвостовик сверла не получается зажать в патроне. Да, есть доля риска то, что у этого шуруповерта двухмуфтовый патрон, но у нас именно тест бытового шуруповерта. С хорошим замком, наверное, бы получилось удержать сверло. Но его оппоненты Управдом и Fit зажались вообще без всяких проблем. То есть относим к косякам Таргвина. Далее у нас идет Гигант. Самая большая проблема — это то, чтобы сверло сверлило и хоть как-то заходило в древесину, его постоянно приходится болтать по его лунке. То есть лунка 35 мм ровно не будет, а 35 мм это мебельная петля. Ладно, с дешевыми одинаковыми закончили, теперь дешевый, но выделяющийся. Ну, вроде бы мы проковыряли, однако это отверстием назвать нельзя. Скорее всего, вот эти сверла просто дырявят. Ладненько, переходим к дорогим вариантам, и самый дешевый из них — это Zuber.
Итак, зубр сверлит просто шикарно. Он прям погружается в древесину. Проблема в том, что его практически невозможно направить сразу. И вот его приходится прям хорошо придавливать, чтобы он пошел. И после этого он начинает уже, да, засверливаться прям вообще капитально. Причем так засверливаться, что аж шуруповерта не хватает. Но у него слишком маленький вот этот выступ, то есть центровочное сверло. И не хватает, да. Можно размочалить заготовку, если она будет чистовой. Но опять же, зубр для изготовления дырок. А вот сейчас было обидно. Милка на меня никакого впечатления не произвела. Да, здесь есть большие боковые прорези. Они как бы есть вроде бы на каждом сверле Фостнера. Но у Милки прям отчетливо видно, что стружку пытается выдавливать. Но вот этой режущей кромки ей явно не хватает. Она буксует в древесине. У нас осталась CMT-шка. Давайте посмотрим, чем она отличается от всех остальных. Самая дорогая. Ну что же, выброс стружки идет, однако она также залипает, как и большинство других сверл. Пока что, мне больше всего понравился самый дешевый набор, это управдом. И как в древесину погружался зубр. Он прям вообще чуть ли не до самого дна хотел сразу дойти. Сейчас пропылесосим, посмотрим, как выглядят внутри отверстия, которые понаделала каждая из этих сверл. А да, ну и для сравнения, давайте еще те сверла, которые у меня. Я вот думаю, далеко ходить не нужно. Посмотрите на качество стружки из-под Сибиртеха. Вот что нам тут наделала Милка в мелкую мочмалу. Зубр крупную стружку делал. И первое отверстие, где у нас прошел управдом самое дешевое сверло, тоже была крупная стружка. Остальные, ну, как-то все посредственно. Особенно вот это мне нравится, поле зубра. Смотрим на качество отверстий. Сибиртех в расчет не берем, но справедливости ради отмечу, что отверстие кривое. Мне понравилось, как сделала CMT. Есть все-таки волокна, но их минимум. У Милки самый ровный бортик. Но вот она, наше самое первое, самое дешевое сверло. Управдом. Бортики ровные, волокон практически нет. Фит, вот они, волокна. Таргвин вообще не смог зайти. Гигант, вот они, волокна. Кенда вроде более-менее ничего. За зубр я вообще молчу. Это нечто, это тоже сделал зубр. Чтобы в итоге хоть как-то оценить качество проведенной работы, предлагаю сформировать специальную таблицу. Вот они, наши 8 претендентов. Здесь все крайне просто. Прошел тест лучше всех, получил восьмерочку. Прошел хуже всех, получил единичку. То есть по исполнению коробочки зубр получает 8 баллов. За качество сверления 1 балл. За скорость 8 баллов. Реально самое быстрое сверло. Далее берем сверло 30-ку и будем засверливаться с выходом за край материала. Результаты второго теста практически аналогичны с 25-ка. Я не понял. Да, у правдома идет 25-ка, а не 30-ка. Самая маленькая у него получается идет непонятно сколько, 10 мм. То есть у правдом схалтурил, он не дал 30-ку, как все остальные. Ладно,
по качеству. Управдом. Все нормально. Фит, Таргвин, Гигант. Блин, одинаковая дичь. Переходим к Кенда. С Кенда все вроде бы хорошо. Нормально зашло. Зубр, ну опять вот эта вот рванина. Он прошел чуть ли не насквозь. Точнее, он насквозь прошел. Это единственное сверло, которое нужно придерживать, чтобы оно не прошло глубже, глубже и глубже. Но рванину оставляет страшную. Милка и ЦМТ. Все отлично. У Милки получилось вообще все практически без загусенцев. Бортик ровный. ЦМТ, опять же, оставляет небольшие загусенцы, но шло очень и очень мягко. Милку приходилось доставать и немножко подчищать. А вот далее у нас будет несколько безумный тест, особенно что касается всяких фитов, гигантов и таргинов. Мы попробуем засверлиться под углом. Бывает, нужно так сделать. И какое сверло Фоснера с этим справится. Специально не стал убирать стружку, чтобы показать работу сверла. Это у нас ЦМТ. Это у нас Милка. Это зубр. Зубр был везде. Вот здесь мы тут пропахали, даже попали в угол верстака. Так хотел его сохранить, но все-таки не получилось. Под наклоном зубром работать не получилось. Дальше у нас идет Кенда. Кенда как здесь показал себя неплохо, так и на угловом сверлении показал себя неплохо. Три аутсайдера, Фирт, Гигант и Тарвинг, ни о чем. Управдом самый дешевый, опять же, показал себя достаточно неплохо. Смотрим на качество сверления. Под наклоном ЦМТ показал себя просто замечательно. Милка в этот раз была похуже. То есть с выходом мы показали себя хорошо, с наклоном не очень. Это зубр. То есть зубр, вот он зубр, это все зубр. Далее Кенда. Из дешевых 1000 рублей Кенда, блин, сверлит лучше всего. Фит, Тауринг и Гигант. Вообще, это днище, просто днище. Что меня не перестает радовать, это управдом. Самый дешевый набор. Все ровненько, все гладенько и хвостовики. Получается, фит, это что у нас? Это управдом, с ним все хорошо. Гигант и Таргвин – это днище. Хвостовики у них вообще не держатся, они прокручиваются. Мы используем специально один и тот же шуруповерт с двухзажимным муфтовым патроном. То есть хорошо зажать оснастку в этот патрон не получится. Почему у правдома нет практически таких проблем? Кенда, ЦМТ держится нормально, зубр держится нормально, милка держится нормально. А вот эти три постоянно прокручиваются. Сейчас мы, конечно же, занесем наши данные в таблицу, но не могу не отметить. Во-первых, меня очень сильно удивил управдом. Я думал, что набор за 639 рублей или 68 рублей. 363 рубля. А я его 600, он вообще ничего не стоит. Так вот, набор управдом за 363 рубля меня прям вообще невероятно порадовал. Я думал, качества там не будет никакого. А нет, он оказался лучше, чем наборы стоимостью в 3 раза дороже. Первый момент. Из дешевых 1000 рублей очень неплох Кента. Да, он будет лучше, чем управдом, но он и стоит в 3 раза дороже. ЦМТ, ну, в принципе, я ожидал, что он будет лучше всех. Милка меня подразочаровала. Тоже думал, будет огонь. А вот зубр — это нечто безумное. Это
начальник паники просто. Он рвет и мечет. У него дорогущая, красивейшая упаковка. Я понял, почему они сделали подложку красную. То есть, когда вам поотрывают все пальцы вот этими сверлами, по крайней мере, здесь не будет видно пятен крови. У нас получается слишком большой разброс по цифрам, поэтому я предлагаю еще и стоимость перевести в баллы. То есть, самый дешевый будет самым лучшим. Восьмерочка. Самый дорогой, где у меня CMT, 2668 рублей. Получает 1 балл. Ну, и так мы сделаем со всеми сверлами. У нас остался последний тест. Проверим качество заточки и ресурс сверла. Для этого будем использовать сверлильный станок, потому что отверстий придется делать много. Ну что же, давайте разбираться с этим шедевром народного творчества. 18-я фанера, сверху приклеен кусок ламината, ламинат убивает все. То есть на этом можно было проверить хорошо заточку. Начнем с управдома. Это сверло село на втором же отверстии. То есть вот здесь вот у нас началось. Здесь пригары, то есть сверло перегревалось, за гусениц этот был родной. Вот здесь кусок выкололо. Но вот они его отверстия. Отверстия более-менее ровные, по глубине также более-менее ровные. Сверло никуда не уходило. На сверлильном станке я настраивал так, чтобы сверло не касалось низа, то есть платформы. Если обратить внимание, платформу я зацарапал. Некоторые сверла не держались даже в этом патроне, а здесь есть дополнительный замок. И хвостовики некоторых претендентов не держались даже здесь. То есть я загамачил еще и платформу, кусок верстака. Вообще ненавижу этот тест уже. Ладненько, допустим, и следующим у нас шел фит. Вот оно, сверло от фита. В принципе, оно не перегрелось, заточку держало чуть лучше, заходило в материал лучше, но... Вот, да, хвостовик у этого сверла первый, который выскользнул. Причем на нем никаких потертостей нету. Сдержалось очень и очень хорошо. Мы использовали, да, новые 25-е сверла. Ладно, переходим к нашему... Неважно, как его потом скажу. Вот оно, это сверло. Здесь у нас получилось, в принципе, то же самое. Сверло здесь я не смог додавить. Где-то еще не смог додавить, потому что заточка потерялась. И сверло вообще никуда не шло. Следующим идет гигант. Гигант мыслей, гигант действий и всего остального. Ситуация аналогичная фиту. Дважды он уходил. То есть дважды я его подкручивал, и дважды он у нас умудрился просверлить насквозь. Ну а далее Кенда. Да, я назвал это сверло на первых тестах лучшим из дешевых. Здесь оно показало себя хуже всех, даже хуже Тарвина. То есть его вообще проблема была заглубить. Оно стало наитупейшее, заточка вся потерялась. Именно 25-е сверло Форстнера. Где-то у меня есть Кенда. Оно вообще не доходило. У меня была проблема заглубиться. Оно не хотело, не хотело и не хотело уходить до конца. То есть, если гигант спокойно проходил насквозь, то Кенда вообще никак. Вот он, зубр. Чистить сверло специально не стал. То есть, у нас здесь поналипали бубыши, с тех поотвалились. Показался точно так же, то есть дикое агрессивное сверло, заготовку аж подкидывало, она не хотела держаться, и он у меня даже кусочек пальца пострадал из-за этого зубра. То есть красная подложечка для крови там у нас неспроста. Что касается, нет, Милвоки, вообще отмечал, что она хорошо выкидывает стружку, но по факту нет, это самое забитое сверло. То есть заточку мы, в принципе, особо не потеряли. Наверное, из-за того, что у нас здесь был предохранитель из опилок. Эта часть остренькая, ножи до сих пор остренькие, Милка заходила хорошо, но забивалась опилками. То есть, если бы не опилки, все было бы вообще чудесно. Вот она, Милочка, у нас шла. Места уже не хватило, поэтому Милка и ЦМТ у меня прошли по краю. А теперь внимание на таблицу. У нас были абсолютно разные тесты, все проводились в разных условиях и с разным результатом. Так вот, тройка лидеров. Первое место ЦМТ, да, кто бы сомневался. Второе место Милка, вот здесь я сомневался, думал, будет хуже.
Но вроде все посчитали, получается. А вот управдом самое дешевое сверло. Ну, наверное, из-за цены оно вырвалось вперед на 7 баллов, хотя разрыв между всеми остальными колоссальный. Занимает третье место. Самое дешманское сверло, которое стоит 363 рубля на третьем месте. Самым говеным оказался Гарвинд. Вообще все тесты провалил. Просто все тесты эта штука умудрилась провалить. Здесь не единичка, здесь восьмерочка вообще-то. Извините, это не Тарвинг, это гигант. Гигант оказался самым нищим. Но Тарвинг от него сильно не остал. То есть, если у гиганта 15, у Тарвинга 24. Седьмое место. Фит у нас получил почетное 6-е место с 29 баллами. И кто там еще из дешевых был? Кенда. Кенда на 5-й строчке. 4-е место занял Зубр. Несмотря на то, что это свирепое сверло, но все-таки по качеству исполнения, причем всего, Зубр оказался достаточно неплох. Что ж, у меня на этом все.